До наступления нового 2022 года остаются считанные дни. Всем хочется, чтобы наступающий год был менее насыщен печальными событиями, чем уходящий, который продолжает забирать известных людей. Совсем недавно стало известно о том, что из жизни ушел еще один известный актер. Не стало Владимира Поначевного. Владимир Поначевный начал сниматься в кино в конце 50-х годов прошлого века. Свою первую роль он сыграл в ленте 1958 года «Юность наших отцов». В ней ему досталась небольшая роль партизана. Всего в фильмографии этого актера более 25 ролей в кино. Среди них следует выделить роли в фильмах «Закон», «Государственная граница» и «Время выбрало нас». Будущий актер родился 13 июня 1939 года. В 1961 году он завершил обучение в профильном вузе, а именно в ГИКе. Помимо съемок в кино, Владимир Поначевный работал вторым режиссером на киностудии «Беларусьфильм». Актера не стало 29 декабря 2021 года. На данный момент в открытых источниках нет информации о том, что стало причиной смерти Владимира Поначевного. Актеру было 82 года. Светлая память Владимиру Поначевному. Напомним, что это далеко не первая потеря декабря 2021 года. Последний месяц уходящего года забрал с собой огромное число знаменитых людей. Получить детальную информацию по данному вопросу помогут публикации на моем канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.